Эй, салам алейкум, друзья, всем здравствуйте, с вами я, Джорджо Армани, я вернулся. Ну вы поняли, это я. О, Black Star, Тимати, красавчик. Пиздец, сука, я сдох уже. Сука. Ну что, друзья, сегодня у нас будет довольно интересный выпуск. Я для вас подготовил очень крутой сюрприз, хотя по названию и по превью вы уже все поняли. Сегодня я завладел бизнесом баром 165. Это самый центральный бар Лос-Сантоса, самый блатной на данный момент. Поэтому сегодня мы отправимся именно туда. Сука, Джорджо Армани заблудился. Что это за планшет? Тут можно включать видео Брулева? Джорджо Армани сейчас злиться будет. Прикиньте, ни одного медика. Ладно, пойдем хили. Это уже третий день, как сервер открыт. Ну и еще мы видим по, собственно, уровню игроков. Уже есть 10 уровень. Есть 13-й. 21-й. Ежи, брат, не топи так сильно. И, ребята, напоминаю, видите ник под моими ногами, блядь, под моими вонючими говнодавами? Джек Базука, это мой ник на сервере 15-м, Payson. И уже в следующей серии мы создадим с вами свой промокод, который вы сможете ввести и получать дополнительный бабулет лично от Джорджо Армани. Йобанс, бобанс, блядь, где мы появились? Это Сан-Фьеро, ебжи, эй. Джорджо Армани полностью разочарован. Местом жития, местом появления, местом проживания, местом. На горе стоит верблюд, еве четверо. Азия, Евразия, что за безобразие? Вот вы прикиньте, как для вас все круто, да? Вы там сразу чикс, монтажик, фух, я уже там. А я, ебать, пиздошу пешком тут, бегу и прыгаю. Ну что, ребята, Джордж Армани порешал все дела, намутил себе мафиозный ландсталкер, едет по делам, поэтому все чики-мони. Сейчас мы с вами отправляемся в Лос-Сантос, мы отправляемся в тот самый бар, 165-й. Поэтому сейчас как директора приедем, разведаем обстановку, посмотрим, что да как, посмотрим, что там по лавесику. Я думаю, будет интересно, обязательно оставайтесь и обязательно поддержите Джорджо Армани лайком. Да, ну что, ребята, мы уже в центре города, поворачиваем вот на... Так вот, мы с вами уже в центре города, на центральной улице, и вот наш тот самый бар. Ебать, сосань, о, винил каунтдаун. Я хуй знает, почему тут даунами называют, но, ребят, не обижайтесь, это маркетинговый ход. Ну шо, владелец у нас Урсул Домингуэс. Это самый главный владелец, но мы сейчас как на заместительке, поэтому мы можем... Он ТРПР управлять там, посмотреть, шо как там. Кстати, это один из тех самых баров, где ставочка уже 1 миллион. Так, ребята, ну прежде чем мы начнем смотреть финочку и всю информацию про него, давайте сделаем одну ставочку на проверочку, как же поведет Джорджо Армани. Так, поскольку ставка здесь до 1 миллиона, давайте кричим 550к. Идем ва-банк, Джорджо Армани нихуя не боится. Так, ну что, 550к, кто будет? Ладно, засали кидать 550, давайте сами кинем. Орел, 5, 7, 9, 200, 1, 2, 3. 200к, ставочка залетает. Фау! А ты сука! Так, нет, Джорджо Армани не может проиграть, подождите, давайте еще раз. Решка, 803, 163к. Ой, хорошо, есть! Джорджо Армани вернул бабулет. Теперь мы можем сделать без инфо. Команда без инфо. Информация по бизнесу. Бизнес-уроки, тренинг. В моем инстаграме подписывайтесь. Итак, бар 165-й. И на данный момент банк бизнеса 13,5 миллионов. Ух, ай-яй-яй. Цена покупки с ГОСа 45 миллионов. На него потратили 45 миллионов на открытие. Нам надо зайти в дополнительно. О, заместитель Джек Базука. Статистика за неделю. Джорджо Армани в шоке. Итак, ребят, смотрите, это был первый день, как бар только появился. И в первый же день он принес 1,5 миллиона вид. А на второй день, как сервер только работал, только открылся Payson, он уже принес 11 миллионов вид. На третий день сразу 41 миллион.
четверг 50 миллионов. То есть за вчера этот бизнес принес 50 миллионов. Час дня по московскому, и уже 10 миллионов почти этот бизнес принес. Блин, ну слушайте, это очень жесткий бизнес. Это очень жесткий бизнес. Насколько я слышал, этот бар на других серверах продают просто за бешеные деньги, там миллиарды вирт, поэтому... То, что мои кенты сейчас словили его и держат, это просто... Орел 5, 7, 9, 200, 1, 2, 3. Туи! Хорош! Есть! Джорджормани! Орел 4, 1, 3, 50, 1, 2, 3. Ей! Чтобы вам было интересней смотреть... Джорджи Армани сейчас играет на большую ставочку. Орел, 5, 7, 9, 300, 1, 2, 3. Уии, хорош, лям, лям в кармане, лям в кармане, езжи, езжи, лям. Я думаю, мы смело можем уходить из казино, мы приподнялись, x2, у нас было 500к, теперь у нас есть 1 миллион. Ну что, ребята, немножко бабулета мы с вами намутили, и теперь можно смело отправляться тюнинговать свой суперкар. Сейчас я пойду этим заниматься, ну а вы это уже увидите в следующей серии. В описании есть мой ник, и уже скоро появится мой промокод, обязательно вводите его, чуть-чуть потерпите. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. А на этом все, Джордж Армани с вами прощается, до свидания.